Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами посмотрим свотчи. Новинка каталога – это быстро сохнущий лак. 5 новых трендовых оттенков этой весны. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5. 5 новых оттеночков. Плюсы лака. Компания заявляет, что лак у нас будет высыхать на наших ноготочках меньше, чем за 60 секунд. Это меньше минуты, девчата. А нам потребуется для того, чтобы сделать красивый маникюр на наших ноготочках. Всего за каких-то 60 секунд лак высохнет, и все, не нужно долго ждать, и идем делать свои дела. В этом видео будут свотчи. В каталоге он выглядит вот так. 5 оттеночков. Вот они, 5 оттеночков. Сейчас по названиям пробежимся. Мятный чай, медовый леденец, малиновый смузи, серый кашемир и лавандовый крем. Вот они все 5 у меня есть оттеночков, я себе взяла, поэтому мы с вами их посмотрим, выберем, какой именно больше оттеночек нам подходит, и купим. Приятных покупок, смотрите свотчи, а сейчас я вам покажу, как выглядит флакончик более подробно, а потом мы с вами сделаем свотчи. Итак, смотрите, какой мне взять. Ну, возьму, давайте, вот этот медовый леденец, красивый, красивый оттеночек. Флакончик. Флакончик у него большой, объем 8 миллилитров. Объем 8 миллилитров. Это большой объем для лака, 8 миллилитров, такой стандартный, потому что у нас серии Uncolor лаки идут 5 миллилитров, там маленькие пузыречки. Высокая. Мне очень нравится высокая крышечка у лака. Когда мы его открываем и наносим, ну, то есть работаем кистью, наносим на нашу ногтевую пластину, его очень удобно держать пальцами. Вот я люблю такие большие, чтобы были крышечки, их удобно держать в руке. Затем в этом лаке широкая кисть сама. Кисточка сама широкая. Я вам ее показываю, что очень удобно. Буквально хватает 2 штришка полностью закрыть ногтевую пластину большого пальца. Это очень, девчата, удобно. Не нужно несколько раз проводить штришки. Достаточно пару раз взять. Иногда, вот, например, на маленьком, на мизинце вообще одного хватает. Мазка раз, и все. Благодаря вот этой широкой кисточке. Кисть широкая, удобная. Широкая, удобная кисть. Защелкивается он. У него есть такой, знаете, характерный щелчок, когда закрываем тюбик. Слушайте. Вот он. Ну, он как бы не такой звонкий, но вот он есть. Его когда крутанули, до конца дошел, он как бы щелкает и останавливается. Очень удобно, скажем, такая непроливайка, да, страховка. Закрутили, уже точно знаешь, что лак закрыт. Вот так он выглядит. Еще раз говорю, что меньше чем за 60 секунд он у нас высыхает на наших ноготочках. И называется, он также и называется, быстро сохнущий лак. Из серии Zoan компании Oriflame. 5 новых трендовых весенних оттеночков. И смотрим с вами свотчи. Я как раз с ненакрашенными ноготочками вам покажу на своих ногтях все 5 оттеночков. Мы с вами нанесем, а вы уже выбираете, какой вам оттенок больше всего симпатичен и какой вы захотите себе приобрести. А также пишите в комментариях, что вам понравилось. Итак, смотрим свотчи. Итак, друзья, начинаем наши свотчи быстросохнущего лака. Новые оттенки. Оттенки в пастельной гамме. Новые весенние оттенки. Начнем мы с вами вот с этого оттеночка. Называется он серый кашемир. Код у него 36071. Так, она широкая кисточка. Очень удобно красить. Вот такой получается. 36071. Это серый кашемир.
36072 – это медовый леденец. Красивый. Красивый оттеночек. 36072. 36073 – это у нас малиновый смузи. Открываем его. 36073. Красивейший малиновый оттеночек. 36073. Широкая кисть, очень удобно красить. Так, малиновый оттенок. 36073. 36074. Это у нас мятный чай. Такой мятный чай. Открываем его и сейчас нанесем. Мятный чай. 36074. Мятный чай. И последний, пятый оттенок, 36075, это лавандовый крем. Давайте мы его нанесем. 36075, лавандовый крем. Лавандовый крем. Такой вот красивый оттеночек. Итак, у нас получились свотчи всех пяти оттеночков нового быстро сохнущего лака, который у нас сохнет за 60 секунд. Нежные пастельные оттеночки. Вот они, все у нас как раз. Пять оттенков, которые мы с вами протестировали, сделали свотчи. И вот так они у меня смотрятся на ноготочках. Если вам понравилось видео, полезное, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Приятных вам покупок. Пишите, какой особенно лак, оттеночек вам понравился в комментариях. Мне будет очень интересно. Тоже почитайте и узнать, какой же вам из пяти новых оттенков лак понравился. До новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока!